Мир меняется. Согласно проведенным исследованиям, чтобы нация прожила более 25 лет, коэффициент рождаемости должен быть 2,11 детей на семью. И если меньше этого, нация исчезнет. За всю историю ни одна нация не восстановилась при коэффициенте рождаемости в 1,9 детей. А восстановиться при коэффициенте в 1,3 невозможно. Потому что для восстановления тогда потребуется от 80 до 100 лет, а экономической модели, которая бы могла поддержать существование нации столь долго, не существует. Другими словами, если есть две пары родителей и у них по одному ребенку, то детей в два раза меньше, чем родителей. И если у этих детей будет ребенок, то внуков будет в 4 раза меньше, чем родителей. Когда сокращается популяция, сокращается и нация. На сегодняшний день коэффициент рождаемости во Франции 1,8, в Англии 1,6, в Греции 1,3, в Италии 1,2, в Испании 1,1. По всему Европейскому Союзу в 31 стране рождаемость в среднем равна 1,38 детей на одну семью. Исторические данные говорят, что это число невозможно увеличить. С годами Европа, такой, как мы ее знаем, перестанет существовать. Однако население Европы не уменьшается. Почему? Эмиграция. С 1990 года прирост населения в Европе на 90% происходит за счет исламской эмиграции. Франция – 1,8 детей на семью. Мусульмане – 8,1. В 30% детей в возрасте до 20 лет – мусульмане. В Ницце, Марселе, Париже, в больших городах эта цифра выросла до 45%. К 2027 году каждый пятый француз будет мусульманином. За последние 30 лет в Англии азиатское население выросло с 82 тысяч человек до 2,5 миллионов. 30-кратное увеличение. Там более 1000 мечетей, многие из которых бывшие церкви. В Голландии 50% всех новорожденных – арабы. И лишь через 15 лет половина всех голландцев будут мусульманами. В Бельгии 25% населения и 50% новорожденных – мусульмане. Бельгийское правительство подтвердило, что 1/3 всех европейских детей к 2025 году будут рождены в мусульманских семьях. Каких-то 15 лет. Правительство Германии вынуждено было объявить об этом публично, заявив, что спад рождаемости немцев уже не остановить. Теперь это необратимо. К 2050 году Германия станет исламским государством. Муаммар Каддафи из Ливии заявил: «Похоже, Аллах подарит нам победу в Европе без мечей и оружия завоевания. Нам не нужны террористы, смертники. Всего лишь через несколько десятилетий 50 с лишним миллионов арабов в Европе превратят ее в мусульманский континент». В Канаде числа говорят о том же. Сейчас здесь коэффициент рождаемости 1,6 на единицу. Это меньше, чем надо. В США текущий коэффициент рождаемости 1,6. Вместе с латинскими нациями и иммигрантами увеличивается до 2,11, до самого минимума для поддержания существования нации. В 1970 году в США было 100 тысяч мусульман. Сейчас 9 миллионов. Мир меняется.